Тушат не пожары, а вирус. К специалистам дорожного специализированного учреждения и работникам управляющих компаний, которые вторую неделю занимаются дезинфекционной обработкой общественных мест, присоединились сотрудники МЧС. Команда, похожая на охотников за привидениями, появилась на улицах Магнитогорска недавно. Они тоже охотятся на невидимого врага. Только в отличие от киногероев, сотрудники МЧС уничтожают на улицах города вирус. Пожарные признаются, это очень похоже на их работу. В руках воздуходувка-опрыскиватель для тушения травы. Только вместо воды – дезраствор. Оборудование весит примерно 30 килограмм, точная цифра я вам не назову, но из чего состоит, это тоже двигатель двухтактный, как на бензопиле, то есть воздушный ствол и, соответственно, бак для раствора. Да, работает на бензине. Переквалифицироваться пришлось в срочном порядке. Боевое крещение состоялось в начале недели в Кизиле. Напомню, там мужчина, вернувшийся из Арабских Эмиратов, заразил коронавирусом медиков местной больницы. Накануне сотрудники МЧС вернулись в Магнитогорск. Сегодня они обрабатывали ряд городских объектов, больницы и общественные места, среди которых пешеходная зона по Карла Маркса. Обработка происходит, скажем так, у нас по плану. Мы на 3 дня составили график. Это было поручение губернатора главам городов связаться, скажем так, наладить взаимодействие с МЧС. Поэтому с МЧС взаимодействие наладили. Вот установки привезли из Челябинска, дезрастворы привезли. Сотрудники МЧС присоединились к коллегам из ДСУ, которые еще на прошлой неделе начали обрабатывать улицы и остановочные комплексы. Также в Магнитогорске представители управляющих компаний продолжают дезинфицировать подъезды в многоквартирных домах, лифты, поручни, дверные ручки. Эксперты в области общественного здравоохранения уверены, что массовая дезинфекция поверхностей, к которым обычно прикасается много людей, помогает уничтожить вирус. Юлия Черешнева, Денис Иванов, телекомпания ТВИ.